Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня я записываю обзор очередного заказа моих покупочек из каталога Oriflame номер 12. Очень крутой, очень стильный каталог, еле-еле уже там, прям еле-еле выбрала себе на 150 баллов заказ. И, конечно же, в нашем заказе это витаминный Wellness Pack, всегда их беру для своей красоты и здоровья. Прекрасно улучшают иммунитет. И самое главное, это внешний вид кожи, волос и ногтей. Пью я эти витаминки уже 7 лет. Многие спрашивают, как мне удается хорошо выглядеть. Так вот, вопрос простой, и ответ на него тоже простой. Я просто пью эти витамины и ухаживаю за кожей каждый день. В заказе у меня есть два потрясающих шампуня, кокос и пшеница. Он предназначен для сухих волос. У меня волосы не сухие, но он мне очень нравится. Потому что когда волосы длинные, то кончики сохнут. И вот в целом волосы просто шикарно смотрятся. Голову я мою примерно каждые 3 дня, у меня так получается. И почему я взяла именно 2? Потому что идет акция. При покупке 2 очень выгодная цена. То есть это просто фантастическое. Думаю, даже еще, наверное, нужно будет взять. А еще у меня в заказе есть такой крем Novage коллаген. Это мой любимчик, вообще вся серия коллаген. Мне очень нравится. Я беру ее целиком, но вот крем у меня закончился, пришлось обновить. Чем он мне нравится? Потому что он убирает морщинки, убирает отеки, и кожа выглядит намного моложе, чем если бы я пользовалась другим кремом. Поэтому рекомендую, он очень крутой. В заказе у меня такая кисточка. Вышли новые кисточки, их очень много, но вот мне действительно не хватало именно такой для бровей и ресниц. Что мне понравилось, кисть пришла в отдельной упаковке. Так здорово, прям очень понравилось. Есть у меня в заказе 2 туалетные воды, мужские, цитрон, тоник. Очень приятный аромат, заказывают достаточно часто. Он недорогой по ценовой политике, но он очень приятно раскрывается и достаточно хорошо держится на коже. И вот у меня одна клиентка заказала сразу 2 парфюма, потому что в этом каталоге на них выгодная цена. Здесь у меня есть новинка. Это новый коктейль, протеиновый комплекс без вкуса. То есть если до этого вы видели у меня всегда в заказе или клубничный, или ванильный, или шоколадный коктейль, то сейчас вышла некая бомбочка. Очень удобно, потому что белок можно добавлять в любые продукты питания, хоть в суп, хоть в щички, в кашу, куда хотите, потому что белок нужно получать каждый день. К сожалению, у нас огромный дефицит белка. Ну вот теперь я буду подкармливать свою семью незаметненько так в каждом блюде. Здесь у меня такой любимчик, это зеленый карандашик изумрудный, тоже в каталоге скидка на него шикарная. Я этим карандашом что делаю? Обычно он такой с блеском, я подвожу, как и сегодня, нижнюю часть под ресничками, нижнюю часть глаза. Иногда делаю стрелку сверху, но если вот бывает такое, что нужно сделать макияж и есть только один карандаш, то им можно сделать и акцент сверху, как тени растушевать и везде подвести, то есть это такая палочка-выручалочка. И мне нравится, как вот его искорки делают взгляд такой игривый и выразительный. Поэтому попробуйте, просто замечательная вещь. И так надолго хватает. Ну, конечно, как в моем заказе могла не быть вот такая вот штучка интересная? Это сушка для лака. То есть нанесли лак на ногти, сидим, сушим, 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 и в любом случае, да, обязательно какой-нибудь отпечаток остается. Вот это средство поможет нам высушить очень быстро, значительно быстрее, чем обычно. И еще это дополнительная защита ногтей от царапин и там разных неприятностей, и на дольше сохраняет стойкость лака. Вот так, дает такое глянцевое покрытие. Супер вещь. Ну и, конечно же, в моем заказе тушь. Это новинка. Термотушь. Вчера я уже пробовала, красилась и смывала ее. Сегодня я опять с этой тушью. Мне настолько понравился эффект. Я не могла дождаться вечера, когда смывать макияж. Расскажу, с чего все началось. Сначала, когда я тушь открыла, естественно, еще кисточка не пропиталась тушью. Я стала красить, мне не очень понравилось, как бы мало. У меня реснички свои не очень, как бы, классные, да?
Я нанесла один слой, второй, третий, чуть-чуть походила, и когда я уже сделала четвертый слой, то получился эффект тот, которого я ожидала. Сегодня я уже красила второй раз, то есть уже туши на кисточке хорошо набралось, и уже быстрее намного я увидела желаемый эффект. Но самая фишка, как она смывается. Я взяла сначала холодной водой, как заявлено, что холодной водой она не смоется. И я долго-долго терла вот так холодной водой, смотрю в зеркало, единственное, что мне не очень понравилось, немножко реснички склеились. Но я думаю, что если их порасчесать тут же, да, то опять будет такой же эффект. И потом я беру теплую воду, прям теплую, хорошо теплую, начинаю умываться, и тушь просто лохмотьями отваливается, она не размазывается, не отпечатывается. Я ее просто сняла, и чистые глазки. Вот это просто фантастика. И теперь я знаю, что туши этих закажу еще, буду всем рекламировать, рассказывать. Это настолько удобно, что не надо дополнительно там снимать средства. Ну, классно. И еще у меня в заказе, в принципе, это последнее. Это кувшин, который мы получили за 99 рублей всего. Я хочу вам показать, какой он клевый. Я не ожидала, что он будет такой красивый. Сейчас коробку уберу. Кувшин достаю. Вы посмотрите, какое чудо. Какой он красивый. У него такая крышечка. То есть, если вы поворачиваете к носику вот этими отверстиями, водичка льется. Если вам нужно закрыть, повернули, и водичка выливаться не будет. То есть, как бы герметично закрывает. Внутри он белый. Снаружи зеленый, объем, достаточно прям приличный объем, настолько прям классный. Поэтому, если вы участвовали в акции, выписывайте себе такой кувшинчик всего за 99 рублей. У меня уже в коллекции есть стаканчики, салатники, кувшин, еще ждем большой салатник, и в подарок нам придут две ложки для салата. Вот на этом наш обзор закончен. Спасибо вам за внимание, желаю вкусных, классных покупок. Я еще скоро буду делать заказ, потому что здесь не все, что я хотела выписать. До новых встреч! Если есть вопросы по продукции, пишите в комментариях. Я всегда с удовольствием общаюсь с вами. А если видео понравилось и полезное, ставьте лайк. До встречи! Пока-пока!